Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Оли Маджлиса. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, в том числе о внесении дополнений и изменений в закон Республики Узбекистан о наименованиях географических объектов, о внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. На что был поставлен основной акцент, репортаж Ольги Русаковой. Депутаты постатейно обсудили два законопроекта, которыми предусмотрены поправки в закон о наименованиях географических объектов. Первым, призванным создать четкие критерии в данном процессе, упорядочиваются полномочия местных кенгяши по наименованию и переименованию составных частей населенных пунктов. Второй законодательно закрепляет другие важные аспекты. Упорядочение учета мнения местного населения и определение порядка присвоения составным частям населенных пунктов имен людей, оставивших глубокий след в истории Узбекистана и мира. Также данным законопроектом была определена процедура подготовки материалов по указанным вопросам для внесения их на рассмотрение в Сенат или президенту Республики Узбекистан. Оба документа прошли основное чтение. Дискуссии развернулись и вокруг проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленные на совершенствование системы безопасности дорожного движения. То, что лицензии для обучения на получение водительского удостоверения выдает Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров, а безопасность на дорогах находится в зоне ответственности подразделений безопасности дорожного движения органов внутренних дел, отрицательно сказывается на общем контроле системы подготовки водителей. Согласно представленному законопроекту, в полномочия профильного министерства будет входить лицензирование деятельности по подготовке и переподготовке водителей негосударственными образовательными учреждениями, а также уведомления о начале или прекращении деятельности в сфере повышения квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электрического транспорта. После постатейного обсуждения документ был принят в третьем чтении под новым названием о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Повестка дня также включала обсуждение проекта закона о внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, призванного повысить таковую физических и юридических лиц за охрану окружающей среды, в частности растительного мира, улучшить эффективность деятельности уполномоченного государственного органа в данном направлении. Приняв документ во втором чтении, депутаты высказали предложение по его дальнейшему совершенствованию.